Всем привет, друзья! На ваших экранах канал «Красный уголок». Меня зовут Дмитрий. Ну и так как я блогер, который держит свое слово, мы меняем формат и меняем его стремительно. За последние пару дней вы уже видели два ролика, которые кардинально не похожи на то, что было раньше. Это ролик про светофор, это ролик про один день из жизни. Вроде как он всем понравился. Ну и мы продолжаем, как я и обещал в ролике про светофор. Сегодня я что-то попробую вместе с вами. У меня за кадром уже все готово. А пробовать мы сегодня будем вот такой вот дешманский то ли дошик, то ли что. Вот как же мне вот так вот себя показать, минуту. Ну да ладно. Вот такой вот дошик под названием «Вот это да!» Вермишель быстрого приготовления со вкусом курицы. Здесь небольшая инструкция, как ее готовить. Я думаю, все и так прекрасно понимают. У меня уже чайник закипел за кадром. Стоит это чудо-еда в тарелочке, я тут слышу, с приборчиком. Всего 29 рублей 99 копеек или 90 копеек в светофоре. Попробуем, будет ли ее вкус действительно вызывать такие эмоции, как название. Скажу ли я вот это да? Нет. А сейчас сделаю небольшую подсъемку, покажу, как это выглядит. А выглядит это все, ребят, вот примерно вот так. Вилочка, вот вилочка. Сам брикетик. И эти простые специи. Вроде как должны быть острые. Сейчас мы все это мигом заварим и вернемся. Замечу сразу, кстати, когда много воды, я не люблю. Ну вот и посмотрите, ребят, насколько скудно вот это вот все специи, которые есть, на целый брикет. Как указано на упаковке, это курица, но, блин, все равно, мне кажется, маловато. Сейчас мы все это заварим, оно заварится, и я еще раз покажу, как это выглядит. Буквально минуту ожидания. Прошло много времени. Ну так вот, ребят, прошло 5 где-то минут, может чуть больше. Наша доширакообразная хрючево вроде как более-менее заварилась. Мы это выбрасываем. Вот так вот это выглядит. Длинные очень хрени. Очень длинные хрени. Я забываю, как это называется. Это называется вермишель. Мы немножко еще сейчас подтрюкаем вот так. Раз, два, раз, два. Вот, кстати, пока записываю вот эту вставку, у меня тут ответ на комментарий пришел. Я сейчас более подробно расскажу вообще, в чем смысл этого ролика, ребят. Возвращаемся в кухню, из кухни в кухню. Просто хочу, чтобы вы подольше посмотрели на меня. Вот, я такой нескромный. Так вот, ребят, приступаем, наверное, к едопоеданию. Вот такой новый термин я придумал. Будем сегодня есть макаронное хрючево. В чем смысл этого ролика? В принципе, обеды, бомж-обеды или вот что-то... Сейчас, секунду. Так, покрупнее. Что-то подобное я не снимаю, просто потому что не умею. Но неоднократно слышал и от разных подписчиков то, что нужно попробовать. Будет интересно. У меня был раньше канал Еда Лайф, напомню. Сейчас, если найду где-то эти скриншоты, вот здесь покажу. Но не найду, так не найду. Вот. Был канал Еда Лайф, где я пробовал именно делать обзоры на продукты из Светофора, из Ермолина, из каких-то других магазинов. На легендарное Тяшево пробовал делать. Но как-то он сразу не зашел. И что-то как-то я потерял мотивацию. Здесь же у меня мотивация есть, здесь уже есть люди, которые, мало того, они еще и подсказывают мне, что снимать. Этот ролик я снимаю по наводке, по рекомендации своего друга, блогера более чем с 50 тысячами подписчиков, Гриши с канала Гришан. Переходите, обязательно посмотрите, что он делает. Достаточно ламповые у него ролики, особенно в самом начале, те самые ролики на фоне зеленого окна в деревне, это просто супер.
Что мы с ним только не покушали, что мы с ним вместе только не попробовали. Он за столом, я у экрана. Ну и, соответственно, может быть, и его помощь была, наверное, мне как-то мотивацией. Сейчас, конечно, редко удается смотреть, потому что YouTube почему-то перестал присылать мне уведомления с некоторых каналов. То, что вот определенный блогер выложил определенное видео. Неоднократно я отписывался, подписывался, вновь ставил колокольчик, не получается. Вы тоже подписывайтесь, ставьте колокольчик, я уверен, что вы будете меня чаще видеть. Ребята, подписывайтесь обязательно на моего друга. Там много есть интересного. Человек достаточно давно этим занимается. Более 50 тысяч человек, думаю, со мной согласятся. Ну, а я первый раз сегодня обедаю вот этим прекрасным, вот хревучевым, с 269 подписчиками. В день у вас прибавляется по 5, по 10 человек. Это просто супер. Спасибо вам за просмотр. Я буду активно работать и стараться. Давайте добьем 1000 подписчиков к концу года. Давайте, чтобы 31 декабря мы с вами провели праздничную встречу в виде ролика на 1000 подписчиков. А сейчас попробуем. Да, хрючево мое, наверное, не видать. Сейчас попробую как-то опустить камеру. Еще одну вставку тогда придется сделать. Минуту. Нет, к сожалению, пока в связи с тем, что у меня, видимо, лапки, не получается сделать подсъемку так, чтобы вы видели тарелку. Но я обязательно подключу штатив, чтобы можно было в дальнейшем камеру опускать. Ну, а сейчас просто верьте мне на слово. Вы видели, как выглядят эти макароны. Они действительно вот такого противного, даже не желтого, что ли, цвета. Они какие-то ближе к белому, что ли. Не знаю, вот когда ешь доширак классический, почему-то вот у него он весь ярко-желтый. Он вот там, может, куркума есть в добавках. А это вроде курица. Куркума здесь в специях должна быть, но она почему-то не пожелтел. А уж какой там жижик в конце, я даже представить себе боюсь. Потому что вот, опять же таки, к дошираку, если вернуться, у доширака, особенно говяжьего, жижик, вот жидкость вот эта, она практически божественная. Особенно в определенные моменты времени. Здесь же я боюсь ее пробовать. Там была буквально чайная ложка специй, вы видели. Что это будет в итоге, не знаю. Но давайте попробуем, чтобы не быть голословными. Почувствуем себя настоящими итальянцами. Паста ди итальяно. Это ужасно. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Бэ. Я не знаю, какие еще эпитеты использовать, но я сейчас еще раз попробую. Это просто ужасно. Вкуса никакого. Не говоря уж о курином, вообще просто нет вкуса. Это пластик. Это пластик. Ну и цена, в принципе, 29 рублей. Давайте разбираться. Черт с ним, что это магазин Светофор. То есть коробка будет стоить 29 рублей. И вилочка комплектная, которая здесь лежала, куда-то я ее похерил. Вот она, вилочка комплектная. Вот это вот все вместе с тарелкой, без наполнения, вот это уже 29 рублей. Плюс наполнение, пускай еще 30 рублей. Итого 59-60 рублей. И тогда, если бы это было так, можно было бы кушать. А тут получается, если стоит она 29-90, то есть получается рублей 20 вот это все оснащение и 9-90 макароны. То есть, получается, это коробка, внутри которых макароны Петра. Я вспомнил, что это мне напоминает. Самые дешевые сейчас растворимые макароны. Возможно, так оно и есть. Ну, съесть надо, тем более с голодухи. Ну, пойдет. Я бы, конечно, это модифицировал, там, добавил бы мазик, сосиску и лук. И тогда, еще возможно, если я не испорчу этими макаронами майонез, можно будет кушать. Лайк за пакет с пакетами, кстати. Пишем лайки, ставим комментарии. Или наоборот. Да пофиг. Это опять же таки вопрос. Сейчас жижик отдельно попробуем. А жижик вкусный. Жижик вкусный, честно.
Это опять же таки говорит нам о целесообразности того самого посещения магазина «Светофор». Есть ли смысл туда ходить, гадать на кофейной гуще ради выгоды в 10 рублей? Я считаю, что нет. Следующие обзоры у меня будут интересные. Действительно, буду с вами и кушать, я буду с вами и разговаривать, и, может быть, завтрак, обед, ужин делать на определенную сумму. Много разных трендов на Ютубе, вы сами знаете. Так что мы с вами еще поработаем. Кому нравится вот развитие моей мысли, блогерское развитие качества контента, ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы я видел, что вам нравится. Дизлайк тоже можно ставить. Я примерно по пропорции понимаю, где что можно изменить. И смотрю в том числе по удержанию. Где удержание падает, я там, конечно же, в это время стараюсь... Удержание падает примерно в одно и то же время. Я в эти моменты буду стараться вставлять что-то интересное. Вот. Делать ролики более комбинированными, более интересными. Кто желает добра, не уходите, ставьте лайки, рекомендуйте. Кому вообще нравится то, что я делаю, пишите, не стесняйтесь. Любой комментарий, даже если это будет что-то негативное. Главное, без оскорблений. Стараемся, все учимся. У меня, может быть... Действительно, раньше надо было начать, но канал был заброшен порядка полутора лет. И вот сейчас буквально меньше, чем за год, количество подписчиков со 120 до 270 выросло. Я считаю, что это плюс мне в карму. Давайте работать вместе и дальше. И напомню, что очень бы хотелось мне к Новому году добиться 1000 подписчиков. Не знаю, правда, зачем. Просто для... того, чтобы почувствовать ощущение успеха. Ну, успешные люди, они вот бизнес-ланч едят. Ну, не бизнес-ланч, это, конечно. Кстати, вот бизнес-ланч мне всегда нравился. Неужто бизнесмены едят макароны? Ладно, ребят, на этом будем закругляться. Я за кадром это, конечно, съем спокойно, аккуратненько. Ну и увидимся в следующих роликах. Пока-пока. До свидания.